не пора. Мы уже пообедали как раз. Мы сходили, покушали. Здесь есть буфет. Взрослому стоит $17. Все включено. Но это американская еда. То есть салат, пицца, кока-кола, всякие газировки и так далее. Поэтому особо много не поешь. Я на взрослый такой пробовала, страшно было. Короче, мы покушали, а детский вход 10 баксов стоил. Вот, сейчас мои стоят в очереди. Муж сходил, узнал насчет фаст-пассов. Ему сказали, что есть 3 варианта. Там вот беспредел детский, это детская площадка. Там дети стреляют шариками. Короче, а сейчас покажу, куда мы стоим. Это наше любимое место. Вон там понеслась. Это наш любимый проект X называется. Это страшно. Особенно, когда он резко поворачивает, кабинка резко поворачивает. Блин, вообще страшно. Вот на этой штуке я очень сильно ругаюсь матом. Особенно, когда... Сейчас покажу, как они взлетают. Тут вот народ стоит, тоже зеваки фоткают своих, видимо. Пытаются это... Отсюда видно хорошо. Так вон он едет. Сейчас он поедет вниз. Вот эта скорость вообще нормальная. Посмотри меня. А вы заметили, что никто не орет? А знаете, почему никто не орет? Я пробовала. У меня звук куда-то уходит, короче, сердце останавливается, как будто бы. Ты ни одного слова вообще не можешь сказать. Мы стоим в очереди. У меня супруг сходил и хотел заплатить лишние 100 баксов. Он был готов, лишь бы не стоять эти очереди. Вот это страшно очень. Там такой обрыв получается. Смотришь? Еще один проехали. Мои очереди стоят. Но, короче, он разговаривал с девушкой, и она ему сказала, что можно купить не фаст-пассы, что ты вообще просто... проходишь без очереди, а какую-то часть очереди ты не простоишь, допустим, либо половину, либо одну треть не простоишь и так далее. Вот. Ну ладно, уже солнце стоит, смысла деньги платить за непонятно сколько вообще не было. И ему, короче, да, ну да, были, он не любит очереди стоять. Вот мы ехали. Или повезять. Короче, дали ему вот такую штуку. Это единственный, как бы, на один раз проход без очереди. Я говорю, там сильно, видимо, ей улыбался. Она это, вообще такие штуки выдают, когда есть вечеринки оплаченные какие-то. Видите, написано инфати. 30 человек. А мы 2 года сейчас вот. Короче, этим билетом, так как мы с дочкой простояли уже какую-то часть очереди, я ему сказала, мы сейчас не будем этой карточкой пользоваться в следующий раз, когда пойдем на следующий аттракцион. Там и это. Я хочу вот там снять, когда мы поедем вот здесь вот, в этом месте. Но туда с телефонами не пускают, поэтому я отключусь от телескопа перед самым выходом. Когда будем подниматься. Хитро, да, я придумала вообще. Словно медленно так сюда. А потом резко, просто очень резко. Внешне даже так не кажется, что страшно. На самом деле, это вообще... Каждый раз
резко в одну сторону, она еще и кабинкой это наклоняется, поворачивает. Блин, вообще жутко. Резко. Там еще фоткают в самом неудобном моменте. Блин, вообще. У нас 4:06 вечера, да. Сейчас, пока мои там в очереди большие стоят, я прячусь. Вот так я и говорю. Но надо будет отключиться, потому что там пока в очереди доходишь, они заранее видят. В прошлый раз достали меня, прицепились, блин, снимай шарф, да снимай шарф. Я говорю, так у меня горло и так, это, больная тема. Вот эти хотела вам показать, мне кажется, ну, вот это вот, это чисто чашечки, они как бы крутят просто в стороны, как бы. Как у меня дочка говорит, это, скукота. Вот. Какие роботы. Мы сходили в пиццерию. Ну, вот там вот, которая сейчас видит, пицца, паста. Пицца, паста для американцев, это вообще все. Тихо, пол еще. Здесь-то русских не особо много. Вот этот мне больше нравится. Прикольный. В Нью-Йорке. Да, у нас тоже уже сейчас вот начинает, как бы, солнце-то все уже находится в самом... по пути. Вот это сейчас поеду. Там самолет летит. Здесь потом фотки можно посмотреть, ну как и везде, да, в принципе, наверняка. Можно фотки посмотреть. А можно не просто фотки посмотреть, можно заказать вот такую вот из Лего фотографию и дома ее разбирать. Уже вот такая штука. Что-то разобрал, короче, собрал неправильно. Ну и... No, this is not mine. I'm in line. Тут сразу проверяют, чтобы не снимали, не фотографировали. Потому как это их хлеб, они зарабатывают. Собственно, заходят. Сейчас я буду своих искать. Где мои стоят? А вон я их вижу. Раз, два, три. Мне надо тоже здесь пролезть. Чья такого? Пролезла. Короче, вот так вот дела обстоят. Сейчас я обойду. I'm so sorry. Все мои зубы посмотрели, да? И в рот, наверное, заглянуть успели. Все, дошла я до вас. Я походила немножко, погуляла. Чего такое? Не тыкай в меня. Ой, да. Где вы стоять? Она уже никакая, спать пора. Ах, не толкай меня. А я посмотрела, там дракон летает. Можно на дракона пойти тогда на халяву. Но я имею в виду без очереди, без всего. Она два раза сюда хотела? Мне сердце не выдержит два раза здесь. Есть такие? Один раз туда, потом на дракона, да? Давайте вопросы, и теперь могу почитать, поотвечать. Мороженое дома. Через мороженое домой, да? Поняла? Это дорого, но поняла, да. Приветики. Ты что поняла? Поняла, что через мороженое домой. Да, я не поняла. А здесь вот эта панель, это не просто...
представляю, там на есть здесь можно нажать кнопку, и он раскрывает же сам собой. Сказывается. Этот, видимо, клоун. Такой голос, как железный, как у робота. Да, у нас неплохо слышать. Я имею в виду.